Сегодня в Госуниверситете подвели итоги конкурса научно-технического творчества «Юные техники и изобретатели». Начиная с февраля его проводил Заксобрание и органы образования. Цель – развить творческое мышление детей и молодежи в сфере науки, мотивировать их к изобретательству и поиску новых идей. Более 30 ребят представили на конкурс свои изобретения в сфере ЖКХ, экономики, образования. Сегодня политика нашей страны в том, чтобы развивать экономику в стране, для того, чтобы создавать новые инновационные рабочие места для молодого поколения. Но наше молодое поколение должно быть подготовлено к этим новым рабочим местам. Поэтому мы считаем, что надо со школьных дней уже начинать работать над этой темой и поощрять всех тех, кто занимается наукой, техникой, изобретениями. Некоторые изобретения рассчитаны на людей с ограниченными возможностями. Валерий Стрижеус из Собинского района разработал устройство, которое может переводить язык жестов в слова с помощью сенсоров. Автор делал их сам. Заводские сенсоры школьнику-изобретателю не по карману. Валерий планирует получить патент и продолжить работу над своим устройством, доведя его до совершенства. К сожалению, я сейчас смог изготовить только один из модулей. Модуль тот, который преобразовывает язык немых в речь. Модуль, который сможет преобразовывать речь уже в текст, достаточно дорогостоящий, и я, к сожалению, пока не могу его создать. Но в теории я уже знаю, как все это будет работать. Это первый конкурс такого масштаба в нашей области, и он показал, что желание делать что-то социально значимое своими руками, превращать свои интеллектуальные способности в жизненно важные проекты, есть у многих ребят. Теперь главное – поддержка взрослых. Кстати, подобный конкурс летом пройдет на уровне Госдумы, и у владимирских ребят есть все шансы представить свои изобретения на более высоком уровне.